Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина Волкова, акушер-гинеколог, врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики. Сегодня я вам расскажу о своих любимых добавках, 5 добавок, которые помогут сохранить молодость. Это реальные вещи, которые отработаны мной в моей практике, я с удовольствием с вами поделюсь. И напоминаю вам, что 25-26 февраля в Москве состоится красивый мастер-класс «Прекрасная в женщине», который я организую со своими коллегами. Это мероприятие будет проходить в лофт-пространстве «Свое поле», очень уютное место, прямо в самом центре Москвы, для всех вас, для своих, для моих девочек, которые хотят раз и навсегда избавиться от страхов возрастных изменений, которые хотят подойти к менопаузе подготовленными, а возможно, у вас есть уже предменопауза, возможно, у вас есть гинекологические заболевания, и вы хотите знать, как действовать в этом случае. Мы дадим вам алгоритмы действий и относительно климакса, относительно миомы, эндометриоза, воспалительных заболеваний, цистита. Если вы устали, если у вас нет сил и бодрости, если вы страдаете сопутствующими заболеваниями, обо всем об этом мы с вами поговорим на мастер-классе 25-26 февраля. Мы будем работать с вами в узком кругу, в тесной компании, каждый день с 10 утра, ну и, соответственно, ответим на ваши вопросы и дадим направление мысли, куда же вам дальше двигаться в ваших ситуациях. Кстати, будет специальный приглашенный гость Артемий Пермяков, который расскажет о подтеканиях мочи. Это доктор урогинеколог, который имеет большой опыт работы с этими вопросами. Ну и специально для своих можно ввести промокод при регистрации на это мероприятие. Промокод на вашем экране. Ссылка на регистрацию и телефон, по которому можно зарегистрироваться на мероприятие, есть в описании к этому ролику. Регистрируйтесь, вводите промокод и получайте гигантскую скидку по промокоду. Ну а мы с вами перейдем к теме сегодняшнего разговора «Топ-5 добавок для молодости». Ну что ж, омега-3. Всем известная история. Правда, Кать, ты нас ничем не удивила. Омега-3 кислоты. На самом деле омега-3 – это прежде всего противовоспалительный препарат. Вот все знают, что это жиры, да, что омега-3 содержит, например, рыбий жир. На самом деле омега-3 – это противовоспалительный компонент, противовоспалительный препарат. Он улучшает обмен холестерина. При высоких липопротеидах низкой плотности мы должны с вами применять не менее 1000 мг в день. Кстати, я часто вижу пользу от омега-жирных кислот при воспалении суставов. При адекватном применении качественной омега-3 жирной кислоты эффект начинает быть виден через 2-3 месяца от начала применения омега-жирных кислот. То есть те, у кого болят суставы, есть воспаление, омега-3 – это не просто для того, чтобы поддержать красоту кожи, да? Это противовоспалительное средство. Номер 2 в моем топ-5. Это витамин D в сочетании с кальцием. Витамин D нормализует баланс кальция и фосфора, поддерживает иммунитет, участвует в синтезе энергии в клетке. Вот для чего мы принимаем с вами витамин D с кальцием. Для того, чтобы быть энергичными. Не только для того, чтобы поддерживать плотность костной ткани, а еще и для внутренней энергии. Обязательно нужно посмотреть витамин D в крови. Ионизированный кальций для того, чтобы сделать вывод о том, насколько нам необходимы высокие дозы витамина D, какую дозу кальция мы подберем, исходя из обследования. Но вот эта парочка всегда должна идти рука об руку у девушек старшего возраста. Следующий топ нашей программы для молодости – это метафолин. Не просто фолиевая кислота, метафолин – активная форма фолиевой кислоты. Это компонент для активной работы печени и процессов детоксикации. Мы не можем с вами быть молодыми, красивыми, здоровыми, если мы неадекватно утилизируем все вещества, которые в нашем организме формируются или в нас попадают. Так вот, метафолин – один из активных участников работы печени для того, чтобы выводить все токсины и продукты обмена. Поэтому девушкам старшего возраста метафолин очень нужен и для красоты кожи, и для здоровья, и для того, чтобы сохранять все ресурсы. Следующий пункт программы, 5-й, это инозитол. Одна из моих любимых
добавок для молодости, антивозрастных добавок, он нормализует чувствительность инсулина к глюкозе. Если есть склонность к метаболическому синдрому, то есть к набору веса, если есть склонность к инсулинорезистентности или она уже случилась, если есть жировой гепатоз, особенно есть тяга к углеводам, к перекусам, к сладкому, можно принимать инозитол. Естественно, сначала мы определяемся с необходимостью приема инозитола, а потом уже его принимаем. Но это одна из добавок, которая замечательно влияет на метаболизм. Ну что ж, вот он мой топ-5 добавок, которые нужны девушкам старшего возраста для красоты, здоровья и молодости. Давайте их еще разочек перечислим. Омега-3 жирные кислоты в дозировке не менее чем 1000, витамин D, кальций, дозировки определяются индивидуально по результатам обследования, метафолин, также результат обследования, по результатам обследования крови на фолиевую кислоту можно определиться с дозой метафолина, ну и инозитол при инсулинорезистентности, при жировом гепатозе, при тяге к сладкому, перекусам и углеводам. Это будет ваш лучший друг. Вот. Ну что ж, мои хорошие, спасибо за внимание. Напоминаю, что «Тайна прекрасного в женщине» мастер-класс 25-26 февраля. Мы вместе с коллегами вас ждем для того, чтобы развернуться, рассказать все, что мы знаем о женском здоровье, дать вам алгоритмы, ключи для того, чтобы сохранять красоту и молодость. С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке в описании к этому ролику, там же оставить свои данные для регистрации или позвонить по телефону менеджеру, и вас зарегистрируют проще простого. До встреч на мастер-классе. Пока-пока.